сегодня? Переодевай. Ты устал? Да. Я под дождем сидел. Не разговаривали, ставим. Раньше времени. Не запомнили, запах? Да, я вам запомнил. Слева накрылись, справа накрылись, полез. Ой, вот и двое, Виталий, я даю уже сюда. Кому? Опять на пустыне дали. Ну что, тебе? Второй? Второй? Ну, это и последний. А? Я уже, когда уже 3-1, я уже побежал, смысл. Кто ты знает? Правый вининг. Потом правый вининг. Я думал, на свои на пустыне. Я тебе говорю, у меня ни одной обрезки. Да, здорово. Я, пацаны, я режу. Ну, да, 1-1 счет, 2 обрезки, вот все, уже сделано. Я на своих позициях не режу. Ну, да, понятно, мне скорости нет, 40 лет. Ну, а тебе не нужна. Ну, Виталий. Ну, блядь, ну ты видел, принял отдал на ближнюю. Так, а еще на опережение сыграл несколько раз. Да. Когда ты вышел в правом плане, тебя вообще не было. Ну потому что да. Два раза дал пас и все. Второй тайм. Так я там сыграл 2 минуты, а здесь все, блядь. Что там? Нет, там минут 7 сыграл. Когда на поле время так быстро. Ну да, вообще хорошо. Нет. Ну, типа, фактически, да, но сухачи сыграли ничью, а у нас игра с Тополем. Нам надо выиграть Тополь, а сухачам надо выиграть Сталин. Парни, трое тут, парни! Пацаки, спасибо. Ну, посмотрим, что... Андрюха, просто ну, не вешаны. Я понимаю, ну что, все, что решил, можно сомнять. За два тура первое место. И то, за Тягулина, знаешь? Судьи. Из-за него. Из-за него. Чувак взял, не команда написала, что перебор желтый, а он заметил это и дал нам технарь. И вывернули 6-0, а получилось проиграли 9. Потому что 3-0 техничка и 6-0. У них на сайте еще пишет, типа перебор желтый. А мне сказали, когда я сказал, я говорю, на сайте зашел, проверил, перебора не было. Потому что, говорю, обычно вы пишете, а вы не написали, вы должны слить. Да, вы должны слить. Да, ну это правильно. Кто тут? Нет, окей. Что там, до завтра? До завтра. Давай, 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 до завтра. На пути все, короче. На пути. Поснимай меня, ничего страшного. Ну, все, поснимай. Все. Чисто. Чисто шляпа. Все, где, давай. Да, посиди за колесом. Ой-ой-ой.
Дима, да. Не может, нормально. Нормально, да. Да. Во второй. Сколько ты не ел? Вообще. Вот прям нормально. Ну вот. Алла. Ну а что, на распале себе не играл. Ну там ходил, поиграл раз в неделю. Это ты предустрял? Ну все, я на таком уже, на каком-то уровне уже не делаю. Я себя чувствую. Дыр-дыр на мику. У меня одна ошибка, это было пенальти, когда я сделал. Так все. Ну, если так брать для себя. Ты понимаешь? Помоги. Я вижу, я, конечно, человек не футбольный, я с высока футбол. Не, ну там ты все четко разобрал. Там не, я не про это, я не про это. Зато... Я вижу, что ну, просто ты играешь головой в первую очередь. Это заметно сразу, но не сразу. Вы просто понимаете, что люди, условно говоря, скорость. Чуть-чуть средняя, выше среднего, условно говоря. Ну, реально головой? Мне тут нет смысла, я мою команду не снимаю, поэтому... А ты тоже играешь головой? Да, там сложился так ближний угол, кстати. Ну сколько он вытянул? Да, вытянул. Четыре, вот четыре мертвых для меня. Вот тут и там три, по-моему. Не, ну... Ой. Делал не самое главное. А там же звездочка в этом. Делал. Если бы он опустился куда надо, а не ударил, я тоже бы. Быстро он ударил, потом я уже понял. Так, все, мужчины, до завтра. Иду поем, блядь. Все, пока. Давай, я иду к рукам. Я же, наверное, вставать не хочу. Thank you.
понимаешь? Ты хочешь отдохнуть. Сейчас будет их снимать. Основная проблема. Основная проблема. Это атлет. Надо быть заменить. 2-3 на замену, по-моему. 5-6. При том, что мы. Как можно было заявить, заявить. Давай!
Мяч выпьет. Тут, я так понимаю, игроков тоже тут. Повара ставят, это сильнее самого района. Так. Красивый? Да. Головой? Нет. Ты видел или нет? Ты увидел? Побежал.
Какой Андрюха? Который с коленом? Он с дальним? Как он был? Той первый гол. Ну посмотри, отметь потом, проверь. Вроде неплохой, да, такой. До этого я смотрю Тоттенхэм красная, Кадис красная, дебил. Манчестер прогнозируем, хотя я не думал, что. Даже по, скажи мне, по ненабранным на первом месте даже. Ну, не в курсе, видишь, 15 очей. Первое место 10 игр, 19. Ну, не, ну я говорю, если так, он еще так считает, если. Виртуально же можно набрать 6 очков? Ну, то есть, в теории, первое место. Yeah!
Не знаю, как это мне. Ну, это четвертый, пятый, да? Давай, побежал. Пятый, по-моему. Два, а? Пятый, да? Ну, еще один. 2:16, да, лезет еще один тут. Еще один там, потом, да. Ну, на онлайн оно еще не влияло, потому что оно еще с двумя выдает на одну карту. За качество записи. Не, ну там же отдельные настройки на выдачу с двумя. Да. На выход, да. На выход. А на вход это тоже. Да. Мы же не можем его переделать, допустим. Ну, ты имеешь в виду, это же запись мы выбрали в другой формат. Больше. Онлайн будет его сам. Типа и на онлайн он влияет так. Ну, мне кажется, да нет, тут отдельно настройки на выход с двумя. Ты выставляешь, какое у тебя разрешение на выход на канал. Как это есть? Да. Я тебе покажу. Автогол. Там два банана и яблоки. Боль, тебе пиво взяли там? Оно забывается, все хорошее. Да помогите. Что за мелочные люди? С собой? Не, вчера было, все же не было. Не, ну будет вечером, если дождешь. Да, да. Ну, за... Полдесятого. Давай, набирай, набирай, Шева! Хорош! Ты, кстати, Дамир, можешь подойти у Димона, если есть лишний. Чего у него карты нет? Thank you.
трошки мерзну, но побегу, а мокро. Ванюк, приготовься. Давай, давай, давай! Давай, давай! Центр, центр, помоги! Нереализовано. Нереализован 11-метровый удар. Давай, давай, давай! Следующий не сдает? Ой-ой-ой!
Там же еще понял, я понял, в чем прикол. Там же кабинки для барабанщиков стоят. Ты понял? Скорее всего, там не только просто. Ну, там дают, ну, зубы, понял. А? Да. А ты, ну, он подойдет, если будет горят? Хлеб их забрали. Если что. Два банана забрали. Два яблока. Бублики забрали. Приебали. Ну я тебе говорю, что. Не, одна большая стояла. Я дорезал тут. Нет, я дорезал барин за чуть-чуть. Ну, ты вчера резал, не знаю, не резал. С утра резал. А, не. Да. Ну, я могу заехать только уже позже. Что-то не возьми, скажи, я за нас заеду. Ну, возьми там что-то такое, что не хватит. Я заеду. Ну да, я заеду сюда. Я все еще скажу. Наберешь тогда, когда будешь дома, скажешь, что там, кем там. Да не, хорошо отделись, я в зиму все взял, курточку шел. Что вы там, нормально? Отвлекаюсь от работы. Счастье!
часик, да? Пробей, пробей! А, ты Bluetooth посмотри, если Я настройки зайди, там... Побежал! Ну, настройки Bluetooth и там вот сейчас. Они уже были подключены. Телефон, конечно. А ну что, наверное, не приходит, потому что тут дети скажут. Ты там смахиваешь, по-моему, сверху или не сверху. Не, может, не знаю, там, ну, но я не помню. Хорошо, я наберу. Ну, мы же туда 9 евро распускаем. Да. Ты видел этот матч? Два пенальти не забил. Дим, уже свету надо потихоньку. Надо же пока разгориться. Сколько осталось? 5 минут, да. Молодец!
Да уже Молодец,
Я не знаю, что это за район!